По большому счету. Я понимаю, да. Да. Вообще, ребят, расскажите, наверное, о себе немного более подробно. Сколько вам лет? Мне 17 лет, вот уже в августе будет 18 ребятам. Всем по 17 лет. Да, все правильно. То есть, и несмотря на это, вы уже выпустили один альбом, уже написали второй альбом, вы скоро, возможно, его также выпустите. Мы его записываем, да, в процессе. Ладно, это все понятно. Вы все учитесь в школе. В лицее. В лицее, понятно. То есть, вот-вот заканчиваем. Да. И начинается немножко другой этап в жизни. Естественно. Найдется ли в этом этапе жизни место для всех вот этих ваших гитар, рок-н-роллов? У меня точно найдется. Нет, серьезно. Я в этом году отправляюсь учиться в Красноярскую академию. Неужели вы хотите стать человеком? Вот, или как? Такой вот странный, почему музыкант не может быть человеком. Я понимаю, это очень рискованные, отчаянные люди, которые пытаются заработать с гитарой наперевес. По сути, можно их сравнить с воинами. Мы, конечно, не воины, посмотрите, в какой мы форме. Мы так, пехота. А на самом деле, я планирую полностью связать жизнь свою с музыкой. Я сейчас уже пробую, работаю над тем, чтобы делать музыку не только для себя, но и для других людей. Ну, то есть, смотрите, вот ты про себя сейчас отдельно говоришь, то есть команда «Соль» распадется, или тебя ребята поддержат, и вы все-таки будете после окончания школы играть? Конечно же, «Соль» будет. Конечно же, «Соль» будет. Как минимум еще года три мы точно будем. Ну, понятно. В общем, вы чувствуете, у нас есть немножко скепсис такой, да, и, в общем-то, так, с высоты возраста я отношусь к начинающим группам, но я бы был скептичен на 100%, если бы не одна история, да, вот вы, наверное, знаете или слышали группу U2, моя любимая группа. Группа, которая, концерт которой стоит, ну, миллиона, полтора, два долларов. Просто вот.